Дарова Геркил. Ахи Буалугов Дянгаун Эвады Туренме. Ахи тема Асадыл и Дегел. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать эвенкийский язык. Тема урока – женские инструменты и принадлежности. Дукукалу Омактала Туренме. Записывайте новые слова. Овун. Овун. Инструмент. Овса. Овса. Короб, обшитый ровдугой. Инме. Инме. Игла. Инмек. Инмек. Турсук. Кадере. Кадере. Кожемялка. Уняптун. Уняптун. Наперсток. Чива. Чива. Сухожильная нитка. Сикты. Сикты. Бисер. У. У. Скребок. Талу. Талу. Береста. Инмерук. Инмерук. Игольница или сумочка для рукоделия. Гокко. Гокко. Крюк. Иннак. Иннак. Пучок белого подшейного волоса оленя для вышивания. Кипты. Кипты. Ножницы. Кугличе. Кугличе. Пуговица. Кумалан. Кумалан. Коврик из оленьего меха. Метта. Метта. Шкура с головы оленя или лося. Нама. Нама. Вьюг. Нана. Нана. Шкура без шерсти. Оса. Оса. Шкура с ног оленя. Накита. Накита. Медвежья шкура. Ик. Ик. Чехол из лосиной кожи для хранения инструментов по выделке шкур. Именне. Именне. Завязка на шубе или зипуне. Качан. Качан. Сухожилие. Конгакте. Конгакте. Колокольчик. Келли. Келли. Большой женский нож для соскабливания мездры. Сарапчу. Сарапчу. Очки из волосяной сетки для защиты глаз от блеска снега. Сидывун. Сидывун. Инструмент для снятия шерсти со шкуры оленя. Силгивун. Силгивун. Шило. Сиректе. Сиректе. Сухожилие. Телефкен. Телефкен. Распялка для шкур. Харкевун. Харкевун. Веревка. Чучун. Чучун. Скребок для выскабливания мездры. Кэ. Этереп алагувдями. Аят индекеллу. На этом мы заканчиваем наше занятие. Живите хорошо!